ДТП с автобусами в Турции. 3 жертвы, 55 пострадавших. 3 человека, в том числе ребенок, погибли в провинции Каршахир. Еще 35 человек получили ранения. По меньшей мере 3 человека погибли и 55 получили ранения в 2 авариях с автобусами в центральной части Турции и столице Анкаре. Об этом сообщает Daily Sabah в среду, 26 декабря. По данным СМИ, 3 человека, в том числе ребенок, погибли в провинции Каршахир. Еще 35 человек получили ранения после того, как автобус свернул с дороги и перевернулся из-за сильного снегопада. Местные власти отметили, что 6 раненых находятся в критическом состоянии. Вторая авария произошла возле Анкары, в результате чего 20 человек получили ранения. О погибших не сообщалось. В Непале автобус со студентами рухнул в ущелье. 23 погибших. Ранее сообщалось, что не менее 5 человек погибли и более 20 получили травмы после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус и врезался на нем в пешеходов в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.